Да, хреново, что вчера так получилось. Да ничего, сегодня фартанет. Семен! Подъем! О! Че, дрыхнет, что ли? Где он? Вставай, охоту проспишь. Базу для посетителей закрывать? Да нет, не нужно, я домик опечатаю. И еще соберите, пожалуйста, мне персонал для опроса. И предоставьте запись видео с камер на въезде. У него же свадьба должна была быть через неделю. Это ужас какой-то. Да заткнись ты! Невесте надо сообщить. Рана одна, но наповал. С момента смерти прошло больше 6 часов. Точнее, после вскрытия. Хорошо. Скажите, вы кем являлись убитым? Мы работали вместе, мы друзья. Угу, друзья. Ружье было у убитого? Да, было. Новый тест подарил, но только вроде вчера зимой не стрелял. С дядей поругался и рано спать ушел. А что за дядя? Олег Витальевич Колов. Он раньше работал в нашей гостинице управляющим. Интересно. Олег Витальевич. Вы знаете, где он проживает? Я пройду. Как приехал, так и не просыхает. В школу опоздаете. А где папа? Папа поехал. У него важное дело. Ген, сынок, иди переодеваться. Сейчас приедет школьный автобус. Вы опоздаете. Не хочу я ни в какую школу. Олег Витальевич, а вот свидетель утверждает, что у вас была накануне с убитым ссора, и вы даже подрались. Я был так сильно пьян. Вряд ли я мог драться, все как в тумане. Но ружье-то вы смогли взять и пальнуть в племянника? Нет. Этого не может быть. Я не убивал. Да это я уже слышал. А вот свидетель утверждает, что у вас был давний конфликт. Это вы помните? Можете рассказать поподробнее? Не жалейте никогда и никого. А то пригреете змею на груди. Андрей Петрович, знакомьтесь. Мой племянник Родион Ханин. Здравствуйте. Решил перебраться в Ульяновск. Андрюх, может, можем какую-нибудь работу в гостинице найти? Обязуюсь лично обучать. Мне любую работу, хоть номера убирать. Дядя Олег, тетя Марина, ну, спасибо вам большое за все. Я бы один, ну, дядя пропал. Дядя Джон, не уезжайте. Пожалуйста, останьтесь с нами. Мальчишки, правда, не могу. Я же теперь на работу устроился. Ты, главное, вкалывай, чтобы мне за тебя не стыдно было. Да, конечно, конечно. Все, пока, пока. Давай сейчас. Пока. Правильно, родным нужно помогать. Почему ты никогда не рассказывал про свою сестру?
Набери завтра обязательно. Да, да. Андрей, Андрей, ну это я целый год разрабатывал филиал, я, а не Родион. Так с какого перепугу он теперь руководитель? На это есть причины. Интересно, какие? Или я 10 лет пропахал в твоем громов плане, теперь даже не имею права узнать, почему меня сдвинули? Олежа, я помню все твои заслуги, но сейчас действительно нужны новые, свежие идеи. Спасибо за доверие, Андрей Петрович. Угу. Подожди, то есть мои идеи устарели? Олег, успокойся, а? Я подумаю, чем тебя занять. Нет, не надо. Потому что я увольняюсь, понял? Увольняюсь! Ну, как знаешь. Да. Да, 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 да. Нет, ноги моей там больше не будет. Не будет, все. Да, давай, давай, да. Да, там передай всем, давай. Да. Олег, Олег, где ты шлялся до ночи? Ты почему опять пьян? Я ушел из этой жарашкиной конторы ушел. И ты уходишь вместе со мной. А жить мы с тобой на что будем? Ничего, найдем, найдем, найдем. Идем. Господи, что за детский сад? Я не собираюсь увольняться. Меня все у Громова устраивает. Ну что, и Громов сам устраивает, а? Правда, значит, в гостинице баба языки чешет. Любовница начальника. Должность прибыльная. Тебе к психиатру надо. Все. У тебя уже паранойя. Ну и что? Ходили вы к врачу? Нет. Хотя Марина упрашивала. Просто начал заливать обиду алкоголем. Даже работу новую не искал. Дом постоянно срывался на Марине, на детях. То есть скандалы были? Да. Постоянно. Марине было очень тяжело. Она... Я бы на ее месте бы уже давно от себя ушел. Она ни разу не заговорила про развод. Думаю, ей было просто жалко детей, да и... Меня, дурака. Поздравляю. Вам повезло с женой, гражданин Колов. Повезло. Это все? Тогда прочтите и распишитесь. Вот здесь. Здесь, да? Уведите арестованного. Гена, сынок, пока. Хорошего дня. Андрей, мы же договаривались, чтобы ты сюда не приезжал. Тебе не звонили? Нет. А что случилось? Олег Родиона убил. Нужно ехать в Следственный комитет, его сельхозбазы туда отвезли. Тихо, я ничего не понимаю. Как это убил? Это какая-то ошибка, Андрей! Мы разберемся. Объясни мне, что происходит, я не понимаю. Мы разберемся обязательно, я тебе обещаю. Обещаю. Андрей! Да, обещаю. Мотив убийства. Давний конфликт на работе, приведший в дальнейшем к увольнению подсудимого. Гладко.
Тебе б романы писать. Да не вопрос, если денег будут платить больше, чем здесь. Так, что мы имеем? Четкие отпечаточки на ружье гражданина Колова Олега Витальевича. Ух ты! Он что, один пару бутылок водки выпил? Откуда такой уровень алкоголя? Да просто бухал давно. Заливал горе то, что его племянник так сидел. Ну, поздравляю. Дмитрий Иванович, поздравляю. Убийство раскрыто и в первые сутки. Это премия. Так что оформляй дело в суд. Из тебя поляна. Торопиться не надо, Мишань. Наспех отправленное дело – это явный способ вернуть его на доследование. Подожди. Колов угрожал убить. Так. Свидетели есть. Мотив налицо. Угу. Отпечатки на ружье его. Так. Пьяный был. И не первый день. Значит, контроля никакого. Угу. Он мог просто с катушек слететь. Что тут еще можно прибавить? Свидетеля, который лично видел, как Колов стрелял в убитого. Ну ты скажешь тоже, ага. Не, ну у нас нет признания Колова. А у нас презумпция. Сам понимаешь, все в пользу обвиняемого. И потом, если никто не видел, то значит нет стопроцентной гарантии, что это сделал он. И любой адвокат это дело может перевернуть наизнанку в суде. Подожди, ты хочешь сказать, что такое очевидное дело можно развалить в суде? Я хочу сказать, что я не собираюсь торопиться закрывать дело. Надо побольше опросить народ для полноты картины. И потом, сейчас к нам едет жена Колова вместе с бывшим его начальником. Так что будем общаться, Мишенька. Будем разговаривать. Ну и зануда ты. О, еще какой. Так, это я оставляю себе. Правильно, Миша? Да, да. Господи, какой кошмар. Что ж теперь будет? Андрей, я, наверное, временно не смогу работать. Тебе придется искать замену. А где я здесь такого экономиста, как ты, найду? Ничего-ничего, я подожду. Боже мой, а как Настя? В шоке. Больница. Ну, естественно, у нее жениха прямо перед свадьбой убили. Ничего, придет в себя, я ее за границей жить отправлю. Ой, какой ужас. Это что, ты мне такую прелесть снял? Снял. Купил. Сейчас пойдем дарственное оформлять. Купил? Угу. Папка! Папка, ты у меня самый лучший на свете! Это же у меня теперь есть свой собственный дом. Угу. О, я же сюда могу привезти жить Родиона. Ты не против? Я никогда не буду против того, что делаю тебя счастливой. Папа, ты просто супер-супер-супер-пупер! Подожди, а ты теперь что, один останешься? Пап, тебе надо жениться. Ой. Ну, 10 лет как мамы нет. Ты возился со мной. Давай теперь я тебе помогу. Да, я позабочусь о твоем счастье. Сейчас, между прочим, много всяких сайтов знакомств. Мы тебя там зарегистрируем. Я буду выбирать всяких претенденток. А ты будешь просто с ними знакомиться, и все. Да, спасибо, конечно, но не надо. Ты мне не доверяешь, да? Доверяю, ой, но не надо, не надо. Папа, у тебя кто-то есть? Да, у меня кто-то есть. У тебя кто-то есть, а ты мне не сказал? Ну, давай на ней женись. Только сначала нас познакомишь, да? Она не может. Папка, ты влюбился в замужнюю. Бедный мой папка. Ну, чего ты такой, а? Ну, все, теперь останешься один. Бедный папка. Ну какой один, а? Ну какой один? У меня есть ты. И чтоб ты знала, я всегда буду рядом. Я знаю, папа. Всегда-всегда, что бы ни случилось. Ну как тебе квартирка-то? Да классная, классная, папа, классная!
Я так счастлива. Вам нужно поспать. Вы понимаете, ваша психика просто не выдержит. Я не могу спать. Олег с охоты даже никаких трофеев не привозил. Он как купил это ружье, оно у него до сих пор в сейфе лежит. Он на базу ездил, чтобы по лесу побродить и расслабиться. Я не верю, что он мог взять ружье и убить человека. А вот завбазой Тимур Рамазанов и прочие свидетели утверждают, что перед убийством был скандал, и ваш муж угрожал Родиону убить. Тимур, здравствуйте. Это Марина Колова. Скажите, пожалуйста, Олега нет у вас? Да с утра приходил, пьяный, злой, на себя не похож. Он сидит. Жалуется, что жена бросила. Ну, понятно. Тимур, у меня к вам огромная просьба. Присмотрите, пожалуйста, за ним. Хорошо, я понял. Тамара, Тамара, а я Олег Витальевич. Сделай еще графинчик мне, пожалуйста. Опа! Попалась, попалась. Можно я тебя буду Тома называть? Можно? Том, посиди со мной, пожалуйста. Так одиноко. Ну, посиди. Отпустите мне, Боже. Пожалуйста. Тимур! Ну, посиди чуть-чуть, ну, немножечко, пожалуйста. А! Что случилось? Отпусти! Олег Витальевич. Больно. Ну, я впервые вас в таком виде вижу. Да больно же! Отпустите, твоими лапами только медведя валить. Больно. Что случилось? Что случилось? Случилось, да. Жена моя изменяет меня с начальником. Я с работы уволился. Безработный и холостой. Имею право клеить девушек, а ты мне не даешь. Ну, хоть выпей со мной, что ли. Тома, дай рюмашечку. Ну, давай, давай. Давай, 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 давай. За что пьем? За светлое. Будущее. Вроде, книжку захватишь? Ва, какие люди! И походу в стельку. Вроде, вроде. Может, это, в другое место пойдем? Нет, нехорошо так уходить, парни. Поздороваться надо. Только тихонько. Добрый вечер, дядюшка. Кто дядюшка? А хорошо, когда на работу ходить не надо, да? Можно расслабиться на полную катушку. Пошел вон, подонок. Всю жизнь. Весь год я тебе задницу лизал, дядюшка, и все тебя устраивало. А теперь не по-твоему так сразу пошел вон? О, блин, сволочь! А ну, брысь за столик, ужин заказывает. Мозгов нет. Пьяного задираешь. Пусть, я сказал. Да стой ты! Куда? За мной, баиньки. Не пойду, не пойду. Я вас провожу. Уйди отсюда, урод! Я сам себя провожу. Тварь. Пошли.
Чего? Пойдем по тарелочкам постреляем? А, пошли, ты хотел новое ружье пробовать, да, охота? Тарелки готовы. Не, парни, идите без меня. Настроение испортилось. Спать пойду. Ну вот. Ты говорил, что надо было раньше из ресторана уходить. Ладно, пошли без него. На тарелочке наши прокиснут. Никто не видел, как Олег убивал Родиона. И вам нужно будет это доказать. Ружье в его руках, отпечатки пальцев. Это вам не доказательство? Ему могли подсунуть это ружье. Тот, кто убил, мог подсунуть. Его подставили, вы не понимаете? Ну, может быть, он действовал в состоянии аффекта? Не понял. Отключился, не осознавал, что делает. Просто Олег очень сильно ревновал свою жену ко мне, и вы понимаете, в состоянии ревности все, что угодно может произойти. Андрей, ты вообще о чем говоришь? Может быть, ссора с Родионом была последней каплей. Вспомни, Олег же очень сильно расстроился тем, что ты вчера утром ему сказала. Андрей! Так, минуточку. Вот с этого момента давайте поподробнее. Зачем ты сказал про ревность, Андрей? Какое это имеет отношение к убийству Родиона? Ты угробить Олега хочешь? Наоборот, я думал, это будет смягчающим обстоятельством. С какой стати? Женская измена ранит мужчину сильнее. Мужик реально может слететь с катушек. Я не изменяла мужу. Уж кому, как не тебе это знать. Да, 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 не изменяла, к моему великому сожалению. Но Олег ревновал, устраивал истерики. И об этом полиции мог рассказать не только я. И вот вспомни корпоратив на 15-летие фирмы. Вот именно. Алло, увидела? 45 лет, она все мини носит. Интересная женщина. Да, мне как-то это все неинтересно сейчас. Олег бузит. Самоувольнение не просыхает. Орет еще на всех. Всем недоволен. На работу вообще не собирается устраиваться. Детский сад какой-то. Устала, сил нет. Разводись. Угу. Саш, мы 15 лет вместе. Да и потом он прекрасный отец, дети его обожают. Ну, хотя бы пригрози ему, а? Да нет, я думаю, что все будет хорошо. Это просто кризис, трудный период. Перетерпим. Смотри, как на тебя заглядывается Громов. И красивый, и умный, и богатый, и вдовый. Если хочешь моего совета... Саш, ну все, закрыли тему. А вон и Родион пришел. Вот как же. Привет. Поздравляю. Ничего, ничего. Значит, здрасте. Здравствуйте. Пробки. Так, друзья, друзья, давайте ближе. А, я прошу вашего внимания. Я хочу вам представить, кого вы... А с кем-то? Достаточно хорошо знаете, но с другой стороны. В общем, Родион Ханин, жених моей дочери и будущий глава Ромов Плаза. Ура! Так, сейчас еще секундочку внимания, еще есть маленький подарочек. Теперь я понимаю, почему Громов Родиона двигает. Маша, все для доченьки. У нас появилась традиция, которую я придумал. А мужчине, входящему в нашу семью, обязательно нужно подарить оружие. Держи, чтобы защищал честь семьи и свою жену. Мою любимую дочку. Родиону от будущего тестя? Да. Спасибо, батя. Батя, батя. Бедный Олег. Ну, жизнь есть жизнь. Хотя и Андрея Петровича понять можно. Ну, это же прекрасно, что меня можно понять.
Марина Викторовна, я все-таки хочу, чтобы вы развеселились. Пойдемте потанцуем. Ну, Андрей Петрович, нет настроения, спасибо. Я вам обещаю, у вас настроение поднимется. Пойдемте. Ну, пойдемте. Я очень хочу помочь Олегу. Я считаю Олега очень умным и талантливым человеком. И я готов помочь ему взять кредит для своего дела. Помочь, ну, посоветовать своему товарищу, он сейчас как раз набирает новую команду. Андрей Петрович, вы прекрасный человек. Нет, правда, действительно, другой на вашем месте. Эх, Марина, другой бы на моем месте. А я дурак. Вот так я и знал. Мою жену уже лапают. Ну что, лапать. Я, кстати, могу подсказать еще хорошие места, где можно полапать. Вообще-то мы просто танцевали и говорили о твоем будущем. А, понимаю, выбирали форму рогов. Олег, поехали домой. Ты пьяный, поехали. Куда домой? Не-не-не, я не хочу домой, я только приехал. Олег. Что, скандала боишься, да? А моя жена спит с начальником. Олег, ты можешь заткнуться? А я думаю, что не только моя жена. Ты что несешь, алкаш? Ты вообще не лезь, щенок. Не трогайте родю. Настя, не лезь, это не твое дело. Теперь мое, это мой жених. Кто жених? А, понятно. Тесть от зяти недалеко, да? Тоже напропалую со всеми. Настя, у него же любовь! Ты что, что такое? Ну куда ты лезешь-то? Ну, молодец, молодец. Пожалуйста. Такси, может, вызовем? Нет, не нужно, Андрей Петрович, мы сами вызовем. До свидания, извините, пожалуйста. Не стоило беспокоиться, Андрей Петрович. Олег вырвался еще в машине. Я тебе беспокоился. Вот ты забыла. Спасибо. Со мной все в порядке. Я собиралась ложиться спать. Не надо строить из себя железная леди. Я же вижу, ты переживаешь. Олег, как будто вы подменили последнее время. Я не понимаю, с кем я жила 15 лет. Я страшно запуталась. Я устала. Я не знаю, как мне жить дальше. Ну, мы найдем выход. Обязательно. Я тебе обещаю. Андрей, не нужно. У Олега сейчас сложный период. Я тебя просто так не отпущу. Поехали, покатаешься и развеешься. Нет, не надо. Вы возвращайтесь на корпоратив. Я пойду домой. Все нормально. Поехали. Ты где была? Где ты была всю ночь?
Вообще-то, я спросил, где ты была. Где? Тихо. Детей разбудишь. Ты была с Громовым? С Громовым! Громов, между прочим, о тебе думает. Он готов стать поручителем в банке, чтобы ты мог открыть свое дело. Ты была с ним? Ты была с ним? Отвечай! Да! Да, было, это была прекрасная ночь. Папа, нет! Гена, Геночка! Оставь меня, оставь меня! Гена, оставь подожди, меня! Подожди, я все объясню, оставь постой! Оставь меня! Прости меня, пожалуйста, я вспылила. Хотя ты прав, Олег действительно ревнует. Поэтому, скорее всего, поехал на базу развеяться. Но я в страшном сне даже не мог представить, что такое может произойти. Слушай, а помнишь, на той вечеринке Олег что-то сказал про любовниц Родиона, а тот на него набросился. Может быть, у Родиона действительно кто-то был? Я отдал бы свою единственную дочь за человека, который сделал ее несчастной, за блудника и негодяя. Успокойся, пожалуйста, прости. Ну, прости, я просто сказала, что пришло в голову. Вспомнила ту ситуацию и все. Я вообще очень плохо знаю Родиона. Он появился в нашей жизни совершенно неожиданно. Прости, прости, правда, нервы у меня тоже вообще вот ни к черту. Давай мы доверим эту ситуацию профессионалу. Я завтра пришлю адвоката, самого лучшего в уголовном праве. Договорились? Спасибо, что ты рядом. Я не знаю, как бы я справилась одна. Вы даже не представляете, что здесь было. Все плакали. Все. Так жалко. Такой хороший парень. Умный, красивый, воспитанный. Что, мужчины тоже плакали? Почему мужчины? Я не это имела в виду. Я говорю, что жалко всем Родиону было. Я об этом. Кофе? Спасибо, я не буду. А... Хотите, пойдем в ресторан? У нас здесь замечательные рестораны для сотрудников. Скидки можем пообедать. Нет, спасибо большое. Сейчас рано еще думать об обеде. Расскажите мне об убитом. Ну, вот все, что вы знаете. Убитый. Ужасное слово. Да я, в принципе, ничего не знаю. Мало знаю. Ну, Родиона все любили, особенно женщины. Он как-то... Были какие-то любовные романы, интрижки? Да нет, я не об этом. Как бы вам объяснить? Но он в каждой женщине видел королеву, вот настоящий рыцарь. Такие мужчины сейчас редкость, и я прекрасно понимаю, почему его Настя выбрала. Флиртовал, говорил всем комплименты, да? Флиртовал – это слишком грубо. Цветы дарил. Знаете... Родиона же воспитывала одна мама, и она очень рано умерла. И он, ну, наверное, в каждой женщине пытался увидеть маму, что ли. А можно как-то поконкретнее? Ну, например. Поконкретнее. Ну, смотрите, он каждой женщине всегда спешил на помощь. Это совершенно не важно, кто это. Официантка, клинер. Вот я помню одну историю. Родион пригласил нас в ресторан отметить свое повышение на должность старшего администратора. Олег, конечно, поступил не самым лучшим образом, но я его прекрасно понимаю.
Он для Родиона сделал все, устроил его на работу. А тот так, по-свински. Да, хороший мальчик Родион. Громов предложил, он согласился. А кто, по-твоему, откажется от такого проекта? А Олег твой мог бы вести себя и покорректнее. Олег год носился с этим проектом, как с ребенком. А теперь Родион приглашает отметить свое повышение. Я вообще не хочу никуда идти. Да перестань, пошли. Здравствуйте. 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 Девчонки, привет, мы тут. Привет. А что, вы ничего не заказали? Заказали. Сказали. Шампанское. Ну и где? А где? Сейчас принесут. Сейчас будет. Милые дамы, добрый день. Прекрасно выглядите. Это вам. Спасибо. Это спасибо. Вам. Пожалуйста. Спасибо. Да аккуратно. Я помогу. Осторожней, порежетесь. Не надо мне помогать. Лучше веником, не надо руками. Ну вот. У вас аптечка есть? Да. Я с аптечкой. Да. Помог, называется. Безрукий. Милая, здравствуй. Ой. Мы только тебя и ждем. Ой, что случилось? А, ерунда. Нелепости, неловкость. А, тетя Марин, а передвиньте, пожалуйста, я хочу с Настей посидеть рядышком. Пожалуйста. Спасибо. Присаживайся. Может, выпьем? Да. А принесите нам, наконец, шампанского, пожалуйста. Отметим мое повышение. Адрес этого ресторана. А Гонза знаете на Гончарова? Да. Они там часто с ребятами сидели, да и мы туда ходили. После смены так устанешь от всех этих постояльцев, чемоданов, недосдачи. То есть конфликт с Олегом Коловым – это единственный конфликт, который вы знаете? Да. Ужасная история. У них с Олегом коса на камень, что ли, нашла. И все это, вы знаете, от несдержанности. Вот если бы они слушались моего совета... Угу. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. До свидания. До свидания. Я тебе сказал то, что я дал бы ему еще. А что ты к старшим лезешь? Мало ли чего они болтают. Не надо было нас растаскивать. Я бы навалял ему еще. А лучше бы взял дубину и взломил эту бригаду. Стойте. Только этого мне не хватало, Серый, мой друг. Это что такое? Марина Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Настасья Петровна. Дети, идите, пожалуйста, к себе. Мне с вашей мамой нужно очень серьезно поговорить. Приходите, пожалуйста. Благодарю. Простите, я была готова к вашему визиту. Присаживайтесь. Марина Викторовна, я пришла потому, что я не могу дозвониться до вашего мужа. У него телефон выключен. А у вас все время занято. Ну, потому что у моего мужа дела, а у меня важные переговоры. Скажите, а ваш муж что, ушел из семьи? С чего взяли? Нет, все в порядке, просто он занят. И чем же таким он, интересно, занят? Я же видела все, как он тебя чуть не ударил! Гена, ты все неправильно понял. Я пыталась тебе объяснить. В общем, это я виновата. Я поздно вернулась, Олег, естественно, разозлился. Угу. То есть в вашей семье присутствует насилие, неблагоприятная атмосфера, мать, извините, гулящая. Отец ушел? Он нас бросил? Да никто вас не бросал. У отца просто проблемы. Страшные. Марина Викторовна, может быть, вы все-таки расскажете, что происходит, и я смогу вам чем-нибудь помочь? Дело в том, что мальчишки сегодня подрались в школе, а дети кричали, что их отец убийца. Да. Да, отец в тюрьме. Его обвиняют в убийстве человека. Но он не убивал. Папа.
папочка. Мы обязательно докажем, что папа не виновен. Обязательно. Я, пожалуй, пойду. Простите меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Маша. Очень приятно, Мария. А меня капитан Шестаков, Следственный комитет. Очень приятно. Да. Я хотел бы с вами поговорить о Родионе Ханине. Скажите, вам знаком этот человек? Да, конечно. Это наш постоянный посетитель. Угу. А что-то случилось? Да. Его вчера убили. Не может быть. А кто? Ну, мы как раз это и выясняем. Скажите, пожалуйста, Мария, какой он был? Как часто приходил к вам? Ну, расскажите о нем. Ну, он, в принципе, такой был симпатичный, общительный, молодой человек. Угу. Бывал у нас каждую пятницу. Угу. Официантам, уборщицам шоколадки дарил, хорошие очень чаевые оставлял. Мы, в принципе, все его очень любили. Это все? Да. Хорошо, спасибо большое. Вы мне очень помогли, Мария. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Хорошего вас видения. Спасибо. Даш, подойди сюда, пожалуйста. Прикинь, сейчас следователь подходил, видела? Родиона убили. Чокнулась? Ты что сюда приперлась? Мы же договорились. Ты сам с собой договаривался.